привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин. Продолжаем Creepy Tale 3, вторая серия. Выпали мы из ануса какого-то демона, монстра, не знаю, которого кормят маленькие чертята с зашитыми ртами. В общем, жесть. Отправляемся дальше. Че, ты с нами пойдешь? Эй, ты чего? Решила разбудить филина? Кого? Я просто иду. Ну да, ну да. Другой дороги-то все равно нет. Ну да, вот больше именно. Нет. А ты меня только отвлекаешь. Да может, я помочь хотел. Ага, если знаем хотел, мы тебя. То говори по делу или молчи. Имей в виду, филины любят детей, но по-своему. Повесит момент снов, и ребенок гибнет в кошмарах. Да, мы знаем по это второй что, части. Тоже часть твоей дурацкой игры? Не обижай млохов. И они будут к тебе добры. В этой, как ты выражаешься, дурацкой игре можно смыть с себя грехи. Но немногим это удается. Раскаяться или обозлиться? Так, ну мы выбираем добрый путь, путь света. Поэтому давайте раскаяться. Мамочка, прости. Я вела себя ужасно и не ценила твою заботу. Ага, уже раскаяние пошли, это хорошо, но слова еще нужно подкрепить и делом. Мы все сделаем, не чтобы реви. Вернуться. Может, еще вернешься. Одному мальчику, я слышал, удалось сбежать. Так-так-так, это поподробнее. Все? Ну ладно. С филинами мы уже встречались в прохождении во второй части. Там была куча этажей, загадка, которая сразу тоже была непонятна. Ой! Филины не пускают чужаков. Их древо — неприступная крепость. Хотя, знаешь, кому придет в голову соваться к этим безумцам? Нам. Здесь тупик. Это верно. Так они, получается, детей не пускают? А во второй части они как миленькие нас приняли. Все хорошо было. Может, косточку какую взять, нет? Ладно, давайте еще. Будем тарабанить до последнего, чтобы нас впустили. Поговорить с этим чертенком не могу. А ну, пустите! Есть способ обойти защиту. Мой кузен как-то пробрался к ним. Правда, с тех пор я его больше не встречал. Ну, говори, какая... Филины не пускают чужаков. Здесь тупик. Ну, рассказывай, как пройти, как обойти. Только мы обратно в жопу не полезем. Есть способ обойти. А что мы взяли? Серьезно? Я могу собрать перья, но у меня не высвечивается никакое действие. Это что-то новенькое. А что за подстава? Вот прикиньте, тут не высвечивается ничего, с чем можно как-то взаимодействовать. Ты думаешь, а что делать? Случайно нажимаешь кнопку и поднимаешь перо. Сёма филин. Очень похоже. Не девочка вообще. Ничуть. А, с нами не пошел. Глава 6 и древо. Капец, это была целая глава на мосту. Там, где нужно было пособирать перья. А чё, оставила бы? Я бы оставила на ее месте. Окей, окей, окей. Тут, видите, на стенах целая история вот этих вот филинов. Никого нет. Как они в лесу кому-то поклоняются. Ловец снов в руках, цветок. А, маг. У него маг в руке. Деткам ловцы снов ставят.
И все. Так, ну походу тут целая глава будет о том, как мы пытаемся открыть двери, да? Светящийся камень. Ну только мы за Ларса поднимали. Нет, здесь шар не просунуть. В смысле, а где его можно просунуть? Что за бред? Надо в какую-то определенную дырочку? Нет. Давайте по очереди. Вот этот вот. Нет. Никак не просунуть? Почему? А сюда положить? Мы же сюда зачем-то заглядывали? Ага, тут у нас инвентарь не открывается. Хорошо. Значит, будем просто по очереди крутить рычаг. Здесь я уже пыталась положить. Давайте сюда. Ладно, выступ я этот сразу не увидела. Ну теперь точно нам фиолетовый нужно. Ставить какую-то из ячеек. Окей. Теперь давайте рычагом повернем. Вот сюда вот. Клацать я больше не могу. Нет. А у этих филинов глаз вообще нет. У тех филинов были глаза. Куда-то я пошла. Ой. Здесь я могу убежать, окей. Мне получается, нужно взять еще один фиолетовый шарик, вот он сверху находится. Так. Вот он вешает ловец снов. Взяли ловец снов. Хорошо, а зачем он нам? А зачем нам ловец снов? Надеюсь, он меня не увидит. Нам что-то здесь тоже нужно взять. Он приходит сюда, смотрит. Смотрит, ничего не находит. Окей, спускаемся, спускаемся быстренько. Нам, наверное, надо повесить ловец снов на камень. Ну а где еще? Или тут вот что-то сделать? Похоже на бачок. С краской. На бачок с краской. Пустая пыльная склянка. Может быть, мы в эту склянку наберем как раз-таки краску? Можем взаимодействовать с краской, можем взаимодействовать с лесенкой на стене. Получается, в этот момент, когда вверху сова идет влево,
нам нужно как-то успеть. Набираем краску. Окей. Он взял цветок. Этот кладет. Мы намазали. Намазали краской. Он, наверное, теперь уснет. Если что, у нас баночка есть, хорошо. Если мы что-то сделаем не так. Что за безум? Что за безум? Так, начали ругаться, хорошо. И чё? И о чём мне... И о чем мне с ним? Что за безум? Похоже на... А могу я... О. Так, ругается. Пока не ругается, у меня есть возможность подняться. Могу взять ножницы. Хорошо. Минус один. Так, как он полезет? По лестнице? Я могу спрятаться. Нужно что-то сделать, чтобы он... А! Окей. Блин, даже этих филинов как-то жалко. Мы одного убили. Эй, ты чего так вырядился? А мы знакомы? Это другой. Уже забыл? Мы же с тобой играем в игру. Это, видимо, мой кузен развлекается. Вот же бездельник. Ясно. А ты чего здесь делаешь? Тебя там потеряли. Сокровища ищу. И как успехи? Да нашел кое-что. Теперь осталось найти выход. Ты часом не знаешь, где он? Хотела то же самое у тебя спросить. Ах, в рот мне перья. Вот же филины зануды. Замуровали в своем древе. Ходишь здесь голодный, без сна и отдыха. Да, странные они какие-то. Так что за сокровища? Мне их жалко. Не, зачем девчонкам это знать? Ну и сиди тут со своей банкой. Может, мы ему что-то взамен можем предложить, нет? Светящийся камень. Походу, здесь вот сколько выступов, столько и будет уровней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть уровней. Надеюсь, после каждого у нас будет сохранение. Ставим шар. Нажимаем на кнопочку. Какой-то сейчас будет новый символ. Книга. Неужели библиотека? Блин, ну мне жалко тех двух филинов. Он был так искренне опечален. Тут больше нет ничего. Смертью своего друга. Надеюсь, этот уровень будет такой же достаточно легкий. Предыдущий был интересный и... Хотя, может, он был не легкий как раз таки. Ой.
берем череп. А зачем нам череп? Ой! Опять этот червяк. Филина все лица. Нет, он убегает. Металлический предмет причудливой формы. И ловец снов у нас остался. А он будет опускать? Или нет? Просто если будет, мы не будем сейчас спускаться. Пока что не обращает внимания, да? Все, ничего сделать не сможет. Тут сбоку есть. И тут вот есть. Давайте посмотрим, что же. Ага. А зачем нам серп? А, стоп, может серпом захватить как раз таки этот фиолетовый шарик? Но он упадет и разобьется. Нет? Нам, получается, нужно как-то пройти вперед, чтобы полезть по вот той вот лестнице. И над ним надо какой-то ловец снов повесить. Ой. В этой части они с нами не разговаривают. Бляха, все с самого начала. Надо было чуть-чуть ближе подойти. Чуть-чуть. И нажать ловец снов. Пока что только такой вариант. Окей. Обязательно, обязательно сверху мы тоже используем вот этот вот предмет. Смотрите, получается, тут мы сделаем... Тут мы сделаем себе мостик. Снизу заберем вот здесь. Он увидит, мы обойдем сверху. Пока он будет стоять думать. Пока он будет стоять думать, мы тут спустимся. Надеюсь, он меня не схватит. Тут у него написано всякие заклинания. Ой, все, здесь мы не спустимся. Ага, у меня больше нет. А как тогда? Ага, я поняла, смотрите, мы снова спускаемся сюда. Угу, значит, не такая последовательность. Надо подумать, что нам сделать надо перед тем, как залезть наверх. Потому что в любом случае ломается лестница. Сейчас знаете, как поступим? Спускаемся вниз.
Делаем так, чтобы вот этот вот мостик появился сверху. Вот тут вот вставляем. Потом забираем здесь. Ползем вверх и забираем вот здесь вот, потому что мостик нам больше не нужен вообще, в принципе. Теперь слазим, и у нас, получается, хватает... Здесь мы не будем забирать, потому что он развернется, и мы окажемся в тупике. Не знаю, пригодится оно нам потом или нет. Этого он не услышал, окей. Все, у меня есть два ключа. Значит, у нас получилось. Сюда еще используем ключ. А хотя, зачем мне серп? Может быть, потом пригодится. Берем фиолетовый шарик. Давайте заберем. Может, пригодится. Тут и серп мне пригодится. Цветок нам не нужен. Какая-то книга. А, еще один. Сигнализация не сработает? Нет. А, теперь нам нужно обратно выбраться. А как? А как выбраться-то? Сюда нам нельзя больше. Серпом мы лестницу отрезать не можем. И ключиков у меня больше нет. Так, если мы снизу забираем ключ, он поворачивается и нас хватает. Нам надо как-то мягко приземлиться. Ну подождите, может я тут что-то не забрала? Что там? Ну вот, пожалуйста, игра сохранена. Здесь не было никакого взаимодействия с предметами, вообще не появлялось. А мы взяли какую-то пластинку. Виниловая пластинка, а зачем? Кинуть в сову виниловую пластинку? Если мы падаем с той стороны, он нас замечает. Ладно, давайте, была не была. Попробуем тут слезть. А, он не повернется? Он совсем типа дурачок. Вот это я себе надумала, конечно. Тут просто нужно было спокойненько слезть. И все было бы хорошо. Виниловая пластинка, видимо, это что-то дополнительное.
Нельзя ему ничего дать. Ладно. Какой у нас теперь будет новый символ? Ванная? Похоже на ванную. Окей, крутим до ванной. Может быть, и в первом уровне тоже был какой-то дополнительный предмет. Давайте сразу вставим. Освободим место. Молоток, книга, ванная. Солнце. Окей, давайте сначала в ванную пойдем. Скупнемся. А, с этим не надо взаимодействовать. Фух. Какие-то загадки. Так. У нас ловец снов до сих пор остался. Ой. Надо было лечь на кровать, да? Ну, теперь-то я поняла. Бежим, бежим скорее, бежим скорее, бежим скорее. Там, получается, с левой стороны вот такая вот фигнюшка, как на стенке от нас, справа, с кнопочками тоже была. Первая снизу кружочек, потом чуть выше. И чё? Все равно поймал? Капец! Ну тут они какие-то дикие. А свой мы можем повесить, ловец снов? Сосредоточиться невозможно, пока это... Надо как-то от филина избавиться. А, здесь он дальше еще есть место. Ну, беги! Эй! Давайте в эту сторону побежим. Сосредоточиться она не может, пока филин ходит, значит, надо как-то от него избавиться сначала. Эй! Ага, тут есть пластинка. Есть место, куда поставить пластинку. Отходи! Идиотская музыка! Нам, получается, нужно обмануть филина. Давайте чуть дальше пройдем. С этими детьми я ничего делать не могу. Сосредоточиться. Она не может сосредоточиться, значит, мы ложимся вот сюда, вот самую последнюю койку. Все, бежим, 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 бежим. Сразу пластинку не ставим. Она почему-то ее ломает. Зачем, непонятно. Давайте наверх сначала залезем. Может, нас филин тут не увидит? Ловец снов повесили.
Так, он идет. Сейчас спать ляжет. Тут я ничего забрать не могу. Хорошо, эта музычка тебе понравилась. А что за него скажешь? Уснул. Что-то. Теперь палаты в моем распоряжении. Красава. Ну, тут какая-то интересная загадка. Куда-то нужно поставить камень. Может быть, ребенка освободить? Ага, нужно сделать так, чтобы оно потухло. Все? Подъем! С филином! Я уже разобралась. Надо сделать так, чтобы оно полностью потухло вообще. Ага. Нет. Все, полностью потухло? Или есть куда тухнуть? Хорош! Одну девчулю мы освободили. Эй, стоять! Ой! Куда собрался? Они умирают, получается. Дети, которые долго спят здесь под этими ловцами снов, они умирают? Да уж. Давайте этого освободим. Может быть, он будет живой. Попытаемся. Тем более, чертенок говорил за какого-то. В противоположные стороны, наверное, надо. Типа эти тут снизу, значит, их вверх надо поднять. Ага, нет. Так не работает. Хорош. Все. Нет. Какой-то из надо правильно поставить. Фух. Надеюсь, он живет. Ты живешь. Не исчезай. Эй, ты куда? Я тоже... Тоже так хочу. Ясно. А меня, значит, домой вот так не отправить. Да блин, они домой не отправляются. А зачем мне светящийся шар? А мы еще... Мы можем опять включить. Давайте попробуем. Поярче сделать. И лечь. Ага. Игра нам не дает. Значит, мы в этом месте уже все сделали. Здесь нам точно надо было взять вот этот вот желтый кружочек, желтый шарик. Только для чего? Везде я повыключала. Тут я снова включила. Проверила, можно лечь в кровать или нет. Нельзя, значит, мы идем дальше. Но перед этим мы сходим в комнату с филином. Думаю, пока здесь музычка, он будет всегда спать. Если мы попробуем пластинку поменять, он проснется.
а пластинки больше и нет. Ладно, уходим. Хотя, может быть, нам ловец снова еще пригодится. Славно ты проучила этого филина. Продолжай в том же духе. Толку-то? Выйти все равно не удалось. Давай сыграем в игру. Кто быстрее найдет выход. Как же мне осточертели ваши игры. Что же ты раньше выход не нашел? Ага. А играть было не с кем. Подождите, проучила. Я не хотела его проучить. Может быть, можно все-таки забрать этот ловец снова? Давайте попытаемся. Пусть себе ходит, пусть живет. Мы так уже одного случайно убили. Я не хотела. Если можно забрать ловец снов... А, нельзя. Блин, прости, филин. А с другой стороны, он-то так всех детей тоже на кровати ложил? И они он где поумирали теперь. С другой стороны, так ему и надо. Все, пока. Теперь переключаем на солнце. Стоп, а мы можем положить... Нет, желтый мы не можем положить. А в дерево можем желтый положить? Нет. А ему? Ему мы дать ничего не можем. Ладно, давайте на солнышко перейдем. Ага. Здесь филин занимается желтыми камушками. Он здесь один? Да, он здесь один. Ой. Класс, мы можем спрятаться. Какая-то головоломка. Я поняла, нам вот сюда надо. Нам надо сюда. И получается, нам нужно третий забрать вот этот, которого он исследует. Ну, я спряталась. И чё? Куда он пойдет? Надо как-то отсюда уйти в другую сторону. Тут вот еще что-то, это мы взять не можем. Ой. Эту вот штуку снизу тоже, наверное, надо взять. Ага, сейчас он ключи свои не найдет. Ключи забрать. Надо было ключи забрать. А, он дурачок? Что-то не так. Ха-ха-ха.
Надо сделать так, чтобы он попал как раз-таки вот этот вот красный луч. Ладно, ребята, давайте мы на этом остановимся и продолжим увлекательные головоломочки уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Все ссылки находятся в описании. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.